Здравствуйте! И снова с вами игра «Думай, знай, познавай. Суперблиц». Мы вышли вновь на улицы нашего дорогого города с тем, чтобы задать наши 5 вопросов и проверить, насколько жители города Видное готовы на эти 5 вопросов ответить. Здравствуй, представься, пожалуйста. Лукия. Отлично, меня Кирилл зовут. А собачку как твою? Рон. Рон. Итак, с Луки и с Роном мы сегодня играем. Готова? Да. Первый вопрос. Этот сказочный герой утверждает, что он самое симпатичное в мире привидение. Кто это? Это... Кто это? Привидение. Ну, кто у нас? Советские мультики смотрела? Да. Кто у нас самое симпатичное в мире привидение? Карлсон. Ну, возможно. На сколько ты уверена баллов? На 1. На 1? А надо 20 набрать. Можешь больше ставить? Не, на 1. На 1? Да. Понятно. Это правильно. Это действительно Карлсон. Следующий вопрос. В какую книгу заносят животных вымерших пород? В красную. Красную? А какие вообще книги существуют? Красная и Гиннесная. Гиннесная, понятно. Так, ну ты уверен, думаешь, что это красная. А сколько ты, на сколько ты баллов уверена? На 5. На 5. Это неправильно. Заносится в черную. В красную книгу заносятся вымирающих. Но они еще и существуют. Третий вопрос. Как называется вид спорта, в котором спортсмены катаются по волнам? Серфинг. Насколько уверена? На 5. На 5. Это правильно. Это действительно серфинг. Четвертый вопрос. Как ты думаешь, на какую часть тела надевают кафтан? Вариант ответа. На голову, на туловище или на ноги? По-моему, на ноги. На ноги, кафтан. То есть это ботинки, кафтан? Да. Да. На сколько ты уверена? На 5. На 5. Это неправильно. Кафтан надевается на туловище. И последний, 5-й вопрос. Как ты думаешь, сколько приблизительно с точностью до 1 весит 1 литр воды? Сколько весит 1 литр воды? Примерно, хотя бы. Ну, примерно килограмм. Ну, килограмм. Ну, чуть плюс-минус так. Плюс-минус. Насколько ты уверена? Ну? На 1. На 1. Это правильно. 1 литр воды весит 1 килограмм. Давай мы с тобой посчитаем баллы. Сколько у нас получается? 7 баллов. К сожалению, на кубок баллов не хватает, но от программы «Думай, знай, познавай. Суперблиц». Как участник нашей программы ты получаешь вот такой браслет. Пожалуйста, покажи его тебе на память. Скажи, тебе понравилось? Ну да. Ну да. Спасибо за участие.